Владимир Владимирович Путин. Спасибо. Пожалуйста. Мы знаем, как непросто было нашим атлетам в Рио. Накануне соревнований сборная была урезана почти на треть. Как настоящие бойцы не поплыли, не сломались, а боролись и побеждали. Решение о дисквалификации наших паралимпийцев вне права, вне морали и вне человечности. Это просто цинично отыгрываться, срывать злобу на тех, для кого спорт стал смыслом жизни. На тех, кто своим примером дает надежду, веру в свои силы миллионам людей с ограниченными возможностями по здоровью. Фехтованию на саблях. Чемпион Игр Олимпиады по дзюдо.